четверг в Самарской области облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, гроза. Днем плюс 24, плюс 29, ночью 18-20 выше 0. Ветер преимущественно северо-западного направления, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, днем плюс 29 градусов, ночью плюс 19, северо-западный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти облачное небо, но без осадков, плюс 27 градусов в дневное время, ночью 21 выше 0. Западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре ясно, утром пройдет небольшой дождь, возможно гроза. Дневная температура 26 градусов тепла, ночью плюс 18. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Температура воды в реке Волга 15 градусов, влажность воздуха 47%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.